Париж встречает прохладой. Да. Пока в Киеве 37-40, здесь 17-18. Ну, правда, идет дождик. Ну вот и Нотр-Дам. С этого ракурса я его никогда еще не снимал и не видел. Всегда был с той стороны центрального входа, но тем не менее. Приближаться мы совсем туда близко не будем. А посмотрим окрестность. А тут где-то Сена вот рядом. Вообще это остров, соединенный мостами. Вот люди прячут столики, заносят. От дождя прячутся все. Ну ничего, будем надеяться. Вот тогда. По-моему, начался дождик настоящий. Барабанит по клавишам прямо на улице. Дождь играет. Дождик немного утих, поэтому можем продолжать в том же духе. Вот какие-то баянисты появились на мостике возле стены. Вернее, не возле стены, а через стену, конечно. Дядька играет на баяне и трогает за душу просто. Классно. Свежий ветерок подул. Кораблик нам навстречу. Динамо бежит. Как покажите тут замочка. Корабль пока приплывет, мы снимем с другой стороны. Ох, этих замочков здесь. Ох, этих замочков. А, вот этот остров. Отсюда видно этот остров, где Нотр-Дам. Там, получается, обошли. Ну, ничего. Тоже полезно. Прогулочка. О, вот этот кораблик, он выплывает. Туристы, китайцы, японцы, корейцы. И ни одного нормального. Ну, ничего. Вот красотища какая. Вот эта стена. Красиво. Ничего не скажешь. Погодку бы еще добавить. Было бы вообще шикарно. Ну ладно. Не так хорошо. За это спасибо. Просто расплавались тут. Красавцы, теплоходы прогулочные. Да. Погодку с песком на кораблике очень даже классно. Сейчас пойду креветок куплю с пивом. Вот оторву душу. Что у нас здесь на этой стороне? Посмотрим замочки. Видимо, невидимо, миллион просто замочков, просто миллион замочков. Какие хочешь. Какие хочешь. Какие хочешь. Даже Дольче Габбана есть. Очень классно. Кто там приближается к нам, спасатели? Ну-ка посмотрим. По вызову.
вот этот мостик издалека с замочками. Куча замочков видно прямо отсюда. Посмотрим, оглянемся вокруг, что здесь интересного. Сколько жизни. А, это остров. Сено делает развилку. Начинается островок, на котором Нотр-Дам стоит, где-то там далеко. Его еще не видно. Полно русских. Толпами ходят. Вот красивое здание впереди. Я бы подойти поближе. Мост Сан-Мишель. Или не шуметь, идет молитва. Ну, она уже, наверное, закончилась, но шуметь все равно нежелательно. Вот эти знаменитые витражи. В этом году вся Франция и все человечество отмечает 850 лет вот этой красотищи. Ох, какой самый потолок. Получится передать всю красоту и прелесть. Ну уж будем постараться. Мощь и красота. Неописуемая. Зал большущий, конечно. Несколько тысяч мест. Вон видны витражи, вот эти вот на самом верху. С той стороны.